Утром 4 декабря в доме на 101-м квартале произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Пожар вспыхнул в частном доме на улице Гастелло. Соседи при первых признаках возгорания позвонили в пожарную часть. 4 декабря 2014 года поступило сообщение на центральный пункт 01 в 7:50, сообщение, что горит жилой дом на Гастелло 16. По прибытию пожарной охраны, горел частный дом на площади 25 квадратных метров. Горело перекрытие, мебель, пол. При тушении пожара был обнаружен труп женщины 1953 года рождения. Как выяснилось, женщина, проживавшая в доме, не могла самостоятельно передвигаться. После обнаружения тела на место происшествия были вызваны представители отдела надзорной деятельности и прокуратуры. Предварительно причиной возгорания названо неосторожное обращение с электроприборами. Скорее всего, пожар возник из-за перегрева электрообогревателя, стоявшего рядом с кроватью погибшей.